Алена Апина сейчас нам немножко о вас расскажет. Что происходит у нее в башке, то тут же у нее, значит, это все из башки вываливается на окружающих. Она во всем неправильная, и в этом в первую очередь. Она не артистка, артистковна, она Катя Катевна, она вот такая вот особенная. Я пришла в дом художника, чтобы там забрать ее, поехать в ресторан. Вот. И, по счастью, значит, я опять увидела, значит, выступление Кати Катевны. Ну, это, ребята, это невозможно было оторваться. Я, в принципе, все это 100 раз видела, да. Я просто зашла, чтобы, ну, вот сейчас у нас поют 3 песни, и мы пойдем куда-нибудь посидим. Но мне хотелось, чтобы она пела еще, и уже про ресторан было забыто, потому что все вот эти ее штучки, все вот эти ее подколки, не скажу, сильнее можно, конечно, выразиться, но не буду. Вот это все, это на грани какого-то фарса, шаржа, чего-то такого очень острого и в то же время невыдуманного специально, а вот такая вот Катя. Это, конечно, этому нельзя научиться, это надо, такой надо быть.